Эти ученики пришли в школу номер 6 за 2 недели до начала учебы. Ученики 11 класса первой школы принимают активное участие в переезде. Основные силы при перевозе мебели и материалов к урокам – это коллектив школы и родители. Став заложниками ситуации с закрытием учебного заведения, отцы снимают линолеум, учителя пакуют вещи, директор выбивает транспорт. Но больше нам помогают частные предприниматели, предприятия. Вот еще раз хочу обратиться, это ЖКХ помогали нам с транспортом, Горэлектросети, вот, тоже транспорт выделяли. Вот. В основном вот эти помогают. Пушкинский уголок в стенах школы номер 6 как символ, что традиции первой не прервутся и здесь, хотя сложностей возникает немало. Конечно, не все так просто. Вы понимаете, что большое учреждение с большим количеством мебели и, в общем-то, оборудования перевести сложно. Тем более, что вот есть неопределенные еще места складирования того оборудования и мебели, которое мы не будем использовать в учебном процессе в этих образовательных учреждениях. Неопределенные места. Ну и, конечно, своими силами сложно будет, потому что большой, еще раз говорю, большой объем. К 1 сентября 8 аудиторий в 6 и 14 школах готовы принять учеников Пушкинской. Теперь им учиться бок о бок несколько лет. На согласовании в администрации города находится письмо Владимира Михайловича Поповой с просьбой к директору корпорации Михаилу Воеводину оказать содействие в переезде. Поскольку в течение учебного года придется вывести большой объем мебели и оборудования из стен школы, получившей накануне 1 сентября огорчительный статус «непригодный для учебы».